Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Музлов Плей, мы с вами продолжаем играть в Alan Wake. Итак, мне кажется, что развязка близится, хотя, может, я и не прав. Что-то, неспокойно мне, тьма здесь везде разлита. Вообще, нужно выжигать или нет, я же не знаю, может, даже где-то ачивка есть за выжженную тьму, но навряд ли она важная. Ладно, давай вышкем. Давай вышкем. На смотровую площадку у Моррор Пик. О, вот это вот точно выжечь надо. Да? Ладно вам. Слушайте, ребят, ну что вы ко мне пристали-то, а? Я для вашей хозяйки пишу книгу. Тихо. Нормально. Блин, попали в стоечку. Есть. Сзади вроде никого. Вон там еще один. Что такие неугомонные, да? Ай. Тихо, не надо кидаться. Не надо кидаться, ребята, не надо. Да тихо ты, а. Так, ладно, давай вот так. Это и нас подлечит, и их задержит. Есть, этого убили. С этим там что? Нет, он еще не выжжен. Еще выжечь надо. Есть. Ну иди сюда, иди. Давай. Зараза! Кто он в маске, ты посмотри на него. Прям в голову попадаем, ему вообще пофигу. Да ладно тебе. А вот можем сюда на утес на этот забраться как-нибудь? Нет, не можем. Нет, вот это не страшно. Ну ладно, ну нападают они на нас, нападают. Идут-то они медленно, нехотя. Так как будто бы просто хотят попугать нас или задержать. Но не более того. Не похоже на то, чтобы прямо они нас убить хотели. Хотя, если лоханемся, убьют на раз. Так, здесь что-нибудь интересное есть? Ладно, вот тут листок. Уэйк и Барри взаперти. Я смотрел через решетку тюремной камеры. Барри, стоявший позади меня, пошатывался, и, судя по виду, ему было так же худо, как и мне. По другую сторону решетки стояли агент Найтингейл и шериф Брейкер. В руках у Найтингейла была стопка страниц рукописи. Он ликовал, как безумец. «Ну что, Рэймонд Чандлер, теперь ты попался!» Здесь все доказательства, в том числе преступного сговора с целью убийства федерального агента. Что за бред? Он что, совсем психопат? Какого убийства? Это рукопись? Это книга? Бред какой-то. Я реально не понимаю, что тут происходит и... как здесь реальность разделяется с вымыслом? И вообще она уже разделяется или нет? Или уже это здесь... Эта грань стерлась? Куда нам идти? Нам идти нужно на было направо, но здесь проход сюда. Поэтому давайте заглянем. Поэтому обязательно давайте заглянем. Потому что, видите, здесь стрелка. Кто-то так дышит неприятно. Еще одна стрелочка. Хорошо, здесь запасы. Кто-то оставил для нас запасы. Хватит дышать уже. Зараза. Ну, посмотрите на них, а. У нас, ладно, 8 это нормально. 8 это хорошо. Сразу не успел я увернуться от него. Есть, убили. И всего один патрон остался для дробовика. Ладно, ничего страшного, справимся. У нас нету другого выбора. Тихо. Взять кофе. Надеюсь, Алан.
Алан, хватит фигней страдать. Ну и хрен с этим кофе. Не больно-то и хотелось. Вон контрольная точка. Толку от этого кофе все равно никакого нету. Все, ладно, пойдем. Плана действий у меня не было. Отдам похитителю все страницы рукописи, что у меня есть, и пусть вернет мне Элис. Не вернет по-хорошему, развяжу язык под дулом пистолета. Окей. Это правильное решение. Наверное. Отлично, ладно. У нас 16 патрон для этого. Это помповый дробовик. Странно, а куда нам? Вообще показывает, что сюда, да? Но проход также был и в ту сторону. Проход также был еще и сюда. И вон там какой-то амбар. Или здесь... В принципе, все равно, в какую сторону идти. Да я слышу тебя, слышу. Тихо. Им сюда не попасть. Вот тут ракетница, точнее, боеприпасы для нее. Так, ребятушки, да что ж вам всем от меня нужно-то? Нате! Есть. Окей. Что им от меня нужно, вообще непонятно. Да отстань ты от меня. И ты отстань от меня. Нам нужно найти свет. Да, господи, а. Зараза. Нам с вами нужно свет найти. Вот свет. Если мы у него встанем, мы подлечимся? Нет, вроде не подлечимся. Ну иди сюда, ладно, давай, такой смелый. Есть. И. Отлично. Есть. Ладно. Идем дальше. Я все понял. Здесь особо делать нечего было. Так. Вот отсюда мы просто могли с этой стороны зайти. Я понимаю. Я это, конечно, понимаю. Но может какой-то листочек здесь или патроны еще. Нате, ребятки, нате. Может здесь еще что-то припрятано, а? Нет, ничего не припрятано. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо. Давай. Есть. Ладно, будем уничтожать тьму. Зараза. Ладно, все, пойдемте туда. А, ну да, ты же бегать не умеешь, я забыл совсем. Ладно, так, давай. В легком темпе. Так, что? Еще эти гады, да? И их много. Нате, ловите. Ну что, собирайтесь поближе. Есть. Этих убили. Бог с ними. Ладно, пойдем наверх. Тут есть контрольная точка. Можно даже с ними было особо не сражаться. Они сейчас все исчезнут. Когда мы войдем в свет. Тихо. Хорошо, это тьма. Темная сущность двигалась впереди меня в том же направлении, куда я шел. Внутри у меня похолодело, неужто она идет за Элис? Так почему кресты? Кладбище? Почему кресты? Сразу. От ночной смены можно заработать рак. Ух ты. Тихо. Какой он, а? Так, ребятки, постойте. У вас тут, видите, Петергейст завелся. А где второй-то? А, вот он. Есть. Вон он носится, да? Тихо. Ну, где ты? Ладно. Хорошо, все, попался. Нет, не попался. Тихо.
зараза такая. Нет, нет. Нет. Ну где ты? Ну высунься. Но покажись. Да хватит стесняться, да выйди ты на свет. Есть, 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 почти. Так, а если мы вот так вот сделаем вот этой штукой? Братюнь, ты где? На, держи, иди ко мне, иди ко мне. Ну-ка. А, отлично, да? Есть, зацепили. Есть, и даже стрелять в него не пришлось, шикарно. Ладно, ладно, ладно. Фу. Даже стрелять не пришлось. Еще батарейки, здесь что-то. Свет. Там вроде ничего нету. Хорошо, контрольная точка. Блин, слушайте, какое... Место-то жесткое. Игра из такого... Из адвенчуры. Это было мертвое место, город-призрак. И таким оно было десятки, а может и сотни лет. Игра из такой адвентуры с элементами хоррора и мистического какого-то триллера превращается просто в дикий экшен. Ладно. Черт, блин. Да. Тихо, тихо, тихо. Не страшно. Не страшно. Не страшно. Не страшно, не страшно, не страшно, не страшно. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Тихо, тихо. Уэйк и Кейси. В реальной жизни все всегда было не так просто, как в романах. Не сосчитать, сколько раз я жалел, что у моего творческого криза нет ясной и четкой причины. Чего-то такого, с чем можно бороться, что можно обругать. Ничего такого не было. Меня одолевали сомнения, и я совершенно не был похож на героя собственных книг. Алекс Кейси всегда жил целеустремленно и не колеблясь, двигался к своей цели. Даже сейчас я злился на себя, на Элис, на Барри, я мешкал и мялся, и у меня не было никакого плана. Ну, у нас с тобой есть план. Во-первых, Уэйк, у нас есть план выжить и спасти Элис. Есть. Машина-то пошла нафиг, пускай там внизу. Что? Грейпи Гордж. Жахтерский городок Грейпи Гордж был основан в 1928 году как одно из постоянных поселений для рабочих горнодобывающей компании Брайт Фоллс. Близлежащее кладбище служит мрачным напоминанием об опасностях ежедневно поджидающих шахтеров. Там похоронено большинство погибших за все эти годы. Мрачное предупреждение живым о необходимости соблюдать осторожность. Грейпи Гордж был покинут жителями практически за одну ночь в 1970 году, когда закрылась горнодобывающая компания Брайт Фоллс. Понятно. Хорошо. Пройти через город призрак. Достигнута контрольная точка. Там кофеечек. Блин. Зараза, этот кофе. Раздражает меня. То, что он там все время блестит и сверкает и манит. Ладно, 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 идем дальше. Зараза. Мы здесь ничего не пропустили с вами. Нет, сюда вроде пройти нельзя. Не пройти, не войти. Большинство домов заколочено. Вот там свет горит. Еще одна контрольная точка. Что, что, что? Что за нафиг? Тихо. Тихо, 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 тихо. Нужно выжечь. Выжгли. Ладно, от этой фигни, я думаю, можно убежать как-нибудь. Ладно, убежим, 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 убежим. Давай, 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 давай. Давай, 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 Уэйк. Опять запыхался. Ну ты посмотри на него. Пройти? Через городок. Прошли. Штука эта выжглась. Как-то сама выжглась. Прошли. Замечательно. Нигде никаких нету. Зараза. Фу. Мимо. Мимо. Это... А, так, здесь safe haven. То есть... Заперто. Мне нужен был ключ от двери. То есть безопасность. Тихо, 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 тихо.
Ну что? Есть, вышли. Тихо. Давай вот это выждем. Обязательно, обязательно, обязательно. Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Или не будет. Или будет. Есть. Фух. В Steam, да, открылось достижение «Железный конь». Это, наверное, выжечь этот самый поезд, тогда получаешь его. Где ключ-то? Вот здесь кофе. Шахта завалена, я понял. Наверное, здесь это ключ. Вот ключ. Отлично. Пойдем в домик. Пошли сюда. Черт. Так дергается. Вот он сам так дергается. Это кошмар. Ладно, еще для ракетницы. За боеприпасы. Черт. А, телевизор. Что-либо помимо работы дается с большим трудом. Мне нехорошо. Еле сумел спуститься вниз. Нашел обувную коробку с книгами и бумагами Томаса Зейна. Слова расплываются перед глазами, но кое-что разобрать сумел. Он поэт, настоящий поэт. Он пишет о музах и творцах, по воле которых озеро рождало чудеса, по слову которых менялся мир. Он пишет об обители богов, сновидении демонов, порождении мрака, выжидающих, чтобы проскользнуть сквозь границу миров в человеческом обличии. Зейн пишет про себя самого, про то, как его любимую захватила темная сущность, и про то, как он начал бояться озера. Зейн полагает, что озеро — это отражение черной бездны космоса, в которой прячутся чудовища из мифов Лавкрафта. Я заполз обратно в кабинет, позаимствую, пожалуй, его идеи для своей истории, в них чувствуется искренность. Они будут к месту. Теперь все ставит на свои места, но в принципе я об этом уже, кажется, говорил, у меня приходила такая мысль в голову. Мне приходила такая мысль в голову. Хорошо, возьмем. А, что, что? Удерживайте, взяли мы его. Фух, ну что, пойдемте туда. Листочков вроде не было. А тьма отправляется туда. Валит деревья. Нам, наверное, вот сюда нужно. А нам далеко еще до смотровой площадки, интересно. Еще одна контрольная точка, это хорошо. Хм. Я думаю, что это где-то здесь. Это должно быть где-то здесь. Отметка, еще отметка. Что? Похититель прислал мне сообщение, сплошное оскорбление, куча ошибок. Он велел мне поторапливаться. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот здесь отметки, отметки. Ладно, это нам пригодится, это хорошо. Еще ракетница. И постоянно это дыхание. Но тьма на похитителя не нападает почему-то. А почему? Потому что он, видимо, сам тронут тьмой. Затронут. Все, все, идем наверх. Так, ладно. Птицы — это не так страшно. Мы сейчас с ними справимся. Это мы умеем. Да, давайте, давайте, давайте. Ну что, влетите ко мне? Птички. Нет, пока что не летят, ладно. Пока что не летят, это хорошо. Тихо, подожди, подожди, подожди. Отдышись, отдышись, отдышись. Тут нужно по-быстрому. Потому что это все нафиг разваливается. И что, обратного пути нету, да? И обратного пути нету. Ну, выжгли. Да, одну стаю выжгли. Опасность не входить. Нам сюда внутрь, что ли? Отлично. Кто бы сомневался, что так и произойдет. Еще одна контрольная точка. Зараза такая. Здесь ничего нету. Вот это мне не нравится. Вот это западло.
Туннель. Ладно, это тьма назовет. Туннель ведет к озеру Колдрон. Туннель ведет к озеру Колдрон. Да хватит меня звать. Показано, что он туда, но звук идет. Звук идет отсюда. И зовет нас тьма, и звонит нам тьма. И все это делает тьма. Непонятно. Тихо, внезапно голову пронзила острая боль. Покинуть серебряный рудник? Зачем покинуть серебряный рудник? Где ты? На помощь. Нет, это не она. Не дури. Это не она. Что? Я больше не могу, нужно отсюда валить. То есть, если мы пойдем дальше, нам станет еще хуже. Охотники одержимы. Крепкие коренастые охотники были уверены в себе, а лес считали родным домом. Им нравилось засиживаться за полночь в дружеской компании, попивая пивко и наслаждаясь историями о призраках. Но все это не помогло, когда темная сущность захватила их и утащила во тьму, которая была страшнее, чем самая ужасная из рассказанных историй. Дальше вода. По воде мы идти не можем, я понял. Дальше мы идти не можем туда. Хорошо, нам нужно обратно наверх и по другому туннелю пройти. Так. Черт побери. Ладно, давайте выбираться отсюда, потому что меня это реально напрягает. Нельзя поиграть по ночам в такие игры. Нельзя играть по ночам в такие игры. Жесть. Ладно, нам вроде сюда, да? Вроде куда-то сюда. Фальшфейер, хорошо. Хорошо, это хорошо. Там еще одна страница. Там свет дали. Сейчас на нас нападут, скорее всего. Найтингейл в отеле Majestic. Даже с закрытыми дверями и задернутыми занавесками в обшарпанной комнате местного мотеля Majestic Найтингейл ощущал взгляды местных жителей и их давящее неодобрение. Он заставил себя выбросить это из головы. Очевидно, чары Уэйка распространились на всех и каждого. Но чтобы сделать работу, нужно выполнять свои обязанности. Он хлебнул из бутылки и успокоился. «Пожалуйста», — подумал он, — «дайте мне с этим разделаться». Странно. Он вообще очень странный, этот Найтингейл. С завала нам нужно утекать. Что? Понятно. Несчастный случай можно предотвратить? Да ладно, что ты шутишь? Какие несчастные случаи? А где этот? Где маленький-то? Да, господи, ты посмотри на них, а? Меня окружают. Ай-яй-яй. Да. Ну-ка, тихо. Давай сюда. Молодцы, ребятушки. Вон он, ваш дружище огромный. Есть. Все путем. Отлично. Но сейчас явно еще кто-то нападет, да? Просто так по одному они не ходят. Здесь закрыт проход. Зараза. Кто нас сюда заманил-то, мне интересно. Ладно, здесь завалено все. Придется пробираться через штольню, может удастся приспособить местное оборудование под свои нужды. Черт, тебя подери. Ладно, попробуем. Здесь не должно быть ничего особо такого. А, можно им управлять, я понял. Не должно быть ничего особо дико сложного. Просто ниже опускаем. Все.
Теперь мы можем спокойно туда перебраться. Здесь свет горит, электричество есть. Так что все безопасно, все хорошо. Я надеюсь. Я на это очень сильно надеюсь. Отлично, 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 отлично. Нет, это слишком высоко. Так, наверное. Так, наверное, ладно. Сюда сначала. Потом вот туда. Все. Все путем. И теперь что мы можем сделать? Есть. Давай, 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 давай. Давай выбираться отсюда нафиг. Но на самом деле вот это уже все затягивается. Уже как-то этот похититель вообще какой-то... Что за бред? Почему нас тащат? Не пойми вообще куда. Зачем им это все? Так, пнули. Она опустилась. Что нам это вообще дало? Что нам вообще это дало? Мы теперь можем поднять на самый верх ее, что ли, да? А, мы можем теперь сделать вот так вот, да, как я и хотел. Как я и хотел изначально. Теперь залезть. И пойти туда. А ведь есть еще вторая часть игры. Alan Wake American Nightmare. Американский кошмар. Или кошмар в Америке. Как-то так называется. Да, но поиграем мы в него немножко позднее. Немножко позднее. Все, отлично, мне кажется, выбрались. Выбрались. Достигнута контрольная точка. Здесь почему-то наверх можно подняться, да? Куда? Так, фальшфейры здесь. Вот там еще наверх можно выше еще подняться. Отлично. Давай поднимемся, посмотрим, что там наверху. Листочек. Здесь листочек. Могли бы пропустить. Тор бьет медсестру Синклер. За окнами особняка на озере Колдрон полыхнула молния. Тор Андерсон расхохотался и занес над головой стальной молоток. Сестра Синклер пыталась его утихомирить, но безуспешно. Тор безумно ухмыльнулся и заорал. Мой молот наготове. Вот тебе, девка, дружеский тычок от Мьёльнира. Это молот Тора, ну, из скандинавской мифологии. И он со всей силы опустил молоток на голову Синклер. Мы вернулись, детка. Что за бред? Что за бред? Фу, как здесь классно можно сфокусироваться. Просто обалдеть. Просто обалдеть. Ну что, у нас контрольная точка-то была достигнута вроде, да? Давайте все-таки сейчас не спустимся еще разик. Там, может быть, сейчас будет еще раз контрольная точка вот здесь. Нет? Не будет? А где она будет? Где-то тут. Опять вороны. Черт. Даже Алан крикнул, черт. Вот здесь будет контрольная точка. Все, я все понял. Давай заводить. Давай заводить. Давай, 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 давай. Есть. И на свет. И на свет. Ну что ж, друзья, давайте на этом завершать этот выпуск. Вон едет к нам какой-то лифт. Огромное спасибо за внимание. Если вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Как только выйдет новый выпуск, я добавлю в описание под видео и в комментарии ссылку на него. Удачи, друзья. Пока.